все лежим. Правую ручку подняли вверх. Делаем мах левой ногой. Девочки, не просто вот так поднимаем. Вы должны оторвать. Вот, Саша, ты именно так и сделала, сказала, так не надо делать. Вы должны оторвать бедро, поднять ножку. И локтем, видите, вы уперты, локтем вперед притянуть. Вот что вы должны. И отпустить, положить красиво, колени выжать. Алиска, пристраивайся во вторую. Лежит, как всегда лежит, ничего не могу, а кто сможет? Если ты не будешь пробовать, ты разве сможешь? Ногу полностью отрывает пол. Ну а что ты не хватаешь? Так ты вот так руку кидаешь, конечно, не возьмешь. Надо прямую. Я не должна помогать. Меня вообще здесь нету. Сейчас тебе сделаю. Давай. Девочки, вы должны махнуть рукой. Молодец, Лиза, давай. Вы все точно такие же. Посмотрите, ребенок 14-го года перед вами. 14-го. А вы до сих пор не научились. Я с утра походила за прыжки. Виолет, ты должна только не взять ее. Виолетта, махни. Все, что от тебя надо. Ой, что делаешь? Вот этой рукой подопри себя. А Оля, подопри. Вот, на локоть встань. Оп. Стопу натяни. Вперед тяни. Ира, давай, давай. Слава у нас тренер, да? Сама не умеет, других научит. Анита, а ты ей ногу помоги поднять. Сюда на голову клади.
На голову себе положи. Ну а где у тебя тянется? Где? Плечо? Плечо? Вот ты ногу-то подними выше. Да, Алиса, я слышу вас и вижу. Одной ножкой и обратно, как Алиса. Алиса, ты отойди. Алиса, на свое место. Через волну. Так одна ножка должна прямая остаться потом. Делай еще раз. Делай, делай, делай. Ну давайте, делайте. Раз, два, три. Прямая ножка. Все делать. Вон он. Им. Коленочек, коленока надо, наверное. Ногу поджимает. Иди, червяк. Ты ходишь третий год, ты не можешь вот стоя делать. Мы с тобой научились вот стоя делать. Я сначала не умела стоя. Вот, вот, молодец, вот красиво было. А вы ничего не делаете. Как обычно. Девочки, у меня папа идет. Ну, бывает такое, бывает, да. Ну, пробуй. Девочки, нет. На грудку. А что ты на грудку не легла? Yeah.
правильно делаешь, Шагаева. Мы как делали? А что вы вообще делаете, Евгений Николаевич? Встать на хвостик, опуститься на него. Через грудку, Шагаева, делай, как мы руками под ноги уходили. Правильно, делай мне. Делать. Я всем вам показывала это, и мы все делали. И ноги выжать голову ко мне, на меня смотри. Вот так руки. Ноги, пальцы в сторону убрать, пятки в сторону, вот так. Вот это красота. И мы все с вами делали это. Да, Терентий, вы можете что-то? Выше ноги. До головы должны ноги-то быть вообще. До головы. Низко очень ноги, Велеслава. Давай, и сюда. Прямые давай. А я уже прямые сделаю. Ну так ты сама можешь. Ну а дальше какое упражнение? Давай, делай еще раз. Уголки давай, я тебе подержу ручку. Давай работать. Коленочки, ну давай, раз. Ну делай до 20 раз. Выше, выше, складывайся. Сколько раз? Ты сделала 10, а не 20. Мы сейчас все вместе посчитаем и в комментариях напишем, сколько ты сделала, 20 коленочек или меньше. Ясно? Ну, посмотрим. Подписчики твои посчитают и скажут тебе точно. Я сделала 20. Не знаю, на каком языке. Спасибо за тренировку. До свидания, Велеслава. Растягивайся дома, прошу.